Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о режиме «Не беспокоить». Итак, начнем с того, для чего это все нужно. Все нужно для того, чтобы вы отдохнули от звонков, от тяжелого рабочего дня, от надоедливых вам людей и всего-всего прочего. Просто вам нужно отдохнуть. Как это выглядит? Вы заходите же в настроечки. Включаете режим «Не беспокоить». Вот он включается, вверху появляется полумесяц, он уже включен. Либо же запланировать, включаете на какое время, с какого по какое время оно будет длиться. Там, допустим, если вы отдыхаете с друзьями там после 5 вечера и до 9 вечера, а то и до утра. Если вам это нужно, включаете. Следующая строка – это тишина, то есть показывать, когда ваш телефон будет заблокирован, либо же это будет всегда, то есть когда вы активирован, не активирован. Как этот процесс идет? Вот если всегда, то есть вот видите, здесь написано, входящие телефонные звонки и уведомления будут заглушены при заблокированном или разблокированном экране по барабану. Что так, что так. Если пока iPhone заблокирован, это будет входящий телефон, вызов и уведомления будут заглушены при заблокированном iPhone. То есть когда он будет открыт, не разблокирован, вы уже увидите какие-то звонки. Здесь доступ. Доступ от вызова, видите, от всех, никого избранные. Избранные — это те контакты, которые находятся у вас в звонках. Когда вы перейдете, вы самое первое окно, это будет избранное. Нажимаете верхний левый плюсик и добавляете те контакты, которые вам нужны. То есть быстрее всех, это и есть те избранные. То есть повторные вызовы, это ползунок активации для того, если вы, вам в течение там некоторых 3 минут, по-моему, оно написано, второй звонок одного и того же абонента в течение 3 минут заглушен не будет. То есть активируете ползунок, то есть так оно и будет. Не активируете, значит будет все время заглушен. Вот так. Дальше, вот тут активация, опять же, вы можете поставить автоматически при включенном Bluetooth, когда в автомобиле, либо же вручную. Настраивайте под себя, как вам это удобно. Автоответ, то есть избранным выбираете избранным, либо же всем это будет, либо же недавним. И заготовленную фразу для себя выбирать. Я веду автомобиль, тра-ля-та-пля, тут такое уже сами для себя что-то подберете. Все, ничего в этом сложного нет. Включили, оно работает, как бы никому от этого плохо не будет. Это побеспокоились, по-моему, в iOS 11 она появилась, если не ошибаюсь. Для того, чтобы обезопасить водителей в основном, то есть когда ведете автомобиль, чтобы не отвлекались, не было никаких происшествий. Вот. И также это удобно для всех других людей, те, которые хотят отдохнуть, те, которые висят на телефоне. Вот и все. Поэтому оценивайте это видео вашими лайками, дизлайками, оставляйте комментарии, мне это важно, интересно с вами пообщаться. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. И также не забывайте подписываться на мои соцсети. Всем пока.